продолжаем проходить Терминатор Резистенс, и я все-таки решил заснять еще одну серию, пускай будет уже 3 серии. Я все еще, к сожалению, не сбрасывал игру, не перепроходил все, и у меня такой вот скромный запас патронов и гранат. Но, блин, вот так не хочется останавливаться в таком-то месте, когда еще столько квестиков нужно выполнить и прочего, и прочего, и прочего. Так, что у нас по квестам? Веревку мы нашли, теперь нужно куда-то там спуститься, нужно взломать или уничтожить, это мы любим делать, естественно, и найти точку эвакуации. И это все побочные квесты. Неплохо так нас ими завалили, не правда ли? Но раз такое дело, то, естественно, займемся в первую очередь побочками. Будем сейчас пуляться дальше, пуляться, пока у меня еще есть плазма в моих плазмовницах, что называется. Так что давайте тряхнем плазматой, что называется. Поехали. Так, мы сейчас идем на север, там у нас называется квест «Наказание». Будем сейчас жестко шлепать терминаторов по их металлическим жопкам. Так-то. Ой, что-то меня сейчас самого, кажется, шлепнуть хорошенько могут. Ой, там чешуйницы подкатились. Подкатились и разбились все, как идиоты. Да, ужас какой-то. Ну вы, конечно, и позорище все. Так. Есть, красиво. Не зря экономил гранаты из банки. А, блин, правда, сейчас тратить гранату только на одного этого чела не хочется. Эх, надо было дробовик взять, наверное. Как тут с ним поступить-то, а? Ладно, хрен с ним, жри еще одну гранату, слишком долго с ним возиться. Вдыщ. Вот другое дело. Сэкономлю время сейчас, чтобы усложнить себе жизнь в дальнейшем, когда мне понадобится вынести толпу тераторов этой гранатой. А у меня не будет граната с собой. Так. Блин, а ведь могли бы всего-то взять с собой с базы базуку. Мне нужно взлом средний, к сожалению, у меня его пока что нет. Так, а нужен ли он мне реально, или мне достаточно просто расстрелять все издалека, вот в чем вопрос. Я вижу, кстати, контейнер уже прямо отсюда. Ой, немножечко промахнулся. И еще раз промахнулся. О, кстати, а ведь они могут мне сами дверь открыть. Ну-ка, давайте мы это сейчас выясним, могут они или нет. Да, могут реально. Спасибо большое, товарищ Терминатор. Ну и тупые, не правда ли? Это, по крайней мере, прикольно, что здесь есть такой вот элемент этого самого Immersive Sim, понимаете? Можно прокачать себе взлом, а можно просто взять и использовать терминатора, чтобы он открыл нам двери сам. Вот так вот, видите, как тут, оказывается, все хитро задумано. Так, ну все, короче, начинаем веселуху, начинаем пыщ-пыщ, бух-бух. Да, вот так-то. Пыщ раз, пыщ два. Ой, кажется, мне сейчас самому сделают пыщ-пыщ хорошенько. А вот и нет, я выстрелил первым, да, как настоящий ковбой, что называется. Так, ковбой. Сейчас ковбой надерут зад, кстати говоря. Потому что ковбой тут малость да выпендривается. Так, я уже успел сдохнуть пару раз в прошлой серии. Нужно этого не повторять. Нужно быть красавчиком, который так мощно всех выносит легонечко. Так, раз, один упал, второй упал, третий упал. Все, ребята, лежите, не вставайте. Вот видите, повстанцы могли бы легко победить в войне со Скайнетом, если бы они просто стаскали с собой эти вонючие снайперские винтовки, черт бы их побрал. Так, ну-ка, кстати, я могу взломать турельку? Могу. Я, кстати, давно этого не делал и вообще ни разу не взломал вот эти турелечки, довольно мощные, которые стреляют фиолетовой плазмой. Да, это было большое упущение с моей стороны, я все время их взрывал. О, а теперь она тоже стала зелененькой. Красиво, не правда ли? Так, термики, давайте там, идите сюда, будем воевать, там, пыщ-пыщ и так далее. Хочу потестировать свою турелечку. Она же, по идее, тоже может вынести всех термиков в одиночку, не так ли? Так, но мне это выяснять будет некогда. Что от нас требуется? Делаем супер-мега-ультра-быбыщ. Да! Почему первый контейнер? Я уже предыдущие несколько уничтожил только что, так что... Ой! Спаси меня, турелечка! Вот он здесь, злобный терминатор, давай, пыщ-пыщ-пыщ-пыщ в него! А чё она такая слабая? Она же фиолетовой плазмой стреляет так-то, а не красной. Да я и то мощнее стреляю, чем она. Какая-то полная хрень на самом деле, можно было ее не взломать. Эх, полное разочарование от жизни. Ну-ка. Да, в принципе, хрен с ней с турелечкой. Так, ищем, что можно тут побабахать хорошенечко. Так, плюс один взрыв в мою копилочку. Взломать просто? В смысле? Какой взлом? Нет уж, только стрелять. Да, только бахать. Ну-ка, есть еще что бахнуть здесь хорошенько? Ай, ой, я там в спину стреляю, ужас какой-то. Все? Или еще нет? Нет, еще нет, что-то тут осталось, кажется. Хотя, не вижу даже. А в чем прикол? Кого тут еще взрывать? На карте отмечено, что квест еще не выполнен. Хотя я уже получил очко опыта.
Хотя нет, я просто взорвал контейнер, за это получу очко опыта, а не за взлом. Блин, не хочу взламывать просто. А, вот он где. И еще один. Ай, ладно, фиг с ним, в принципе. Не знаю, где тут искать в этом вонючем лабиринте еще одну консерву с энергией. Поэтому так уж и быть, поиграемся во взломщика. Я этого давно не делал, в принципе. Перегрузка системы. А, вот он, где находился последний контейнер. Блин, это было гораздо проще, не правда ли, чем я ожидал. Валим, валим, валим. Туф. Что-то слабо. Почему это их замедлит? Так-то ничего не изменится особо. О, турель сама собой взломалась, прикольно. И стала неуязвимой, естественно. Так, получили очко навыков. Во что бы его сейчас вкинуть-то? В выживание, пожалуй, вкину, вернее, в стойкость. Даже если понадобится что-то взламывать, скорее всего, можно обойти как-нибудь, как я сейчас показал, этот элемент Immersive Sima, что называется. Да, фух. До сих пор не знаю, что такое Immersive Sim. Это вроде бы что-то типа про игры, в которых как раз-таки есть вариативность решения задач, не правда ли? Ну, как вот в этом случае, можно было взломать, а можно было бы просто терминатора заманить на свою позицию. Бабах еще разок, круто. Сейчас, короче, потрачу все свои ресурсы до последней копейки, последние патрончики, последние гранаточки, и хорошо закончу серию вот так вот. Так что все не зря делается. Большая красивая антенна. Ой. Hacking it will grant us control over the surveillance turrets. They're equipped with a second-generation plasma rifle. Strong enough to bring down an HK? That's exactly right. Это, конечно, круто, но, блин, я уже убедился, что эти турели даже простого терминатора не могут завалить нормально. Так, второе поколение и прочая хрень. Серебряные рыбки! Ой. Только что разминулись случайно с рыбкой. Ой, ой, ой. Круто, можно еще немножечко по мишени, что называется. Раз, два, три, 50. Так, ну стрельба, конечно, становится немножечко однообразной, если честно. Основную игру прошел, сейчас прохожу этот аддон с тем же стилем, что называется, со снайперкой постоянной. Ну и в итоге вот что мы видим. Терминаторы как болванчики все еще падают, силверфиши все так же тупо летят на нас, позволяют нам себя перестрелять без усилий. И так все снова, снова и снова и снова. Еще что-то подлагивать начинает ни с того ни с сего. О, нет! Еще одна резиновая задница вылезла. Ну-ка. Ух ты, не хочет падать, однако. Да, блин. Да уж, снайпер, конечно, из меня еще тот, что называется. Так, я, кстати, пришел, кстати. Я, кстати, пришел, кстати, вместо побочного квеста, кстати. Ну-ка, давайте еще пыщ-пыщ. Раз пыщ-пыщ, два пыщ-пыщ. Три пыщ-пыщ. 4 пыщ-пыщ, 5, сам взорвался, 6 пыщ-пыщ. Сколько их тут, нифига себе, конечно, минное поле. Из каждого из них по 32 экспы. Неплохо, не правда ли? Так что да, вот так вот, возможно, я и раскачаюсь до 28 уровня. Хотелось бы, опять же, просто я в прошлый раз проходил же эту игру. И было у меня как раз 27,5 уровней в самом финале. Так что не знаю. Смогу я раскачаться или нет? А, мне там пуляют, ну и хрен с ними, поехали. Так. А, вот. Разберусь без вас. Все равно вы бесполезные НПС-болванчики, даже если вы такие именитые, как Кайл Рис или Джон Коннор. Все равно только один избранный, Джейкоб Риверс, все сделает. Даром, что Джейкоба Риверса никто не знает в основной франшизе фильмов, потому что его придумали только сейчас, увы. Ну и ладно. Ой. И чё ты встал? Прыщ. А я выстрелил первым, так-то, ха-ха-ха. Какой же я крутой, не правда ли? Все, погнали. Опаньки, турелечка, взламываем. Подожди, турелечка, подожди. На всякий случай, на всякий... Ой. Походу, сейчас я сдохну, когда выйду из меню взлома, не правда ли? Ну что ж, понадеемся, что я успею сейчас рвануть быстренько и спрятаться. Блин, хилиться надо, все время забываю хилиться, вот в чем моя проблема. Ну-ка. Нет, я выжил. Все, воюй, турелечка. Пыщ, 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 пыщ. А, да почему ты в меня стреляешь? О, другое дело. Настреляла ему в зад, что называется. Ох, какая, однако, пошленькая турелечка у нас. Почти как я. Так. Спасибо терминаторам, что они понастроили вентиляцию. Хотя они как бы железки, и нахрена им вентиляция? Что у них тут? Окисляется металл, что ли, без проветривания? Или типа того, не знаю. Ну, допустим. Так, да блин. Опять придется сейчас убегать срочно.
Так, еще один фроггер коротенький. Я вспоминаю, что в Mass Effect первом тоже был фроггер эдакий, только нам нужно было в центр вводить этот самый стрелочку свою, а не в уголок другой. Так, все равно похожая система. Пыщ. Да. Не хватает тут, конечно, эффектов немножечко. Ну, в смысле, взрывы есть, а так в целом кое-как вяло пуляют эти пушечки плазменные. Огнестрел мне нравится гораздо больше. Так, взломать очень просто. Да, на самом деле, вот эти игры кажутся сложнее, чем более сложные, где более ограниченное пространство, там как-то быстрее ориентируешься. Перегрузка системы. Пора валить, сейчас будет бух. Бух раз. И... Ой. Пыщ. Класс. Вот и все, что мне нужно для радости, понимаете? Просто, чтобы было бух-бух, быщ-быщ и так далее. Веселуха, не правда ли? Да блин, не хватает чуть-чуть экспы до следующего уровня, что ты будешь делать-то, а? Перекачиваюсь, кстати говоря, довольно быстро, кажется быстрее, чем в основной игре почему-то. Тут, видимо, больше опыта дается в целом за врагов. Но я, кстати, заметил, что Т-600 почему-то дают больше опыта, чем Т-800. Так что, хз, как это работает. Неважно, погнали. Как я там интересно с веровкой сейчас игрался. Reporting back. The generator's offline. Move back, Rivers. The antenna's gonna blow. Да, круто. Holy shit! That flash of light was you? Are we trying to destroy Skynet? I thought this was just a rescue mission. Apparently not for Rivers. Evans, we've got to step it up. I appreciate keeping the morale up, Rivers. Вот в том и дело, ребятки, все делаю за вас, воюю тут за вас со всеми, пока вы там все время в стелсеров играете на какой-то хрен, при том, что все равно вся наша тактика это пойти в лоб на врага. Так, что мне нужно? Еще одна побочная миссия. Ну так и так, видимо, вся серия уйдет просто, чтобы пройти эту локацию до конца. Раз уж я так туплю и тяну резину, и подыхаю частенько. Эх, блин, обидно больше всего, что я подыхаю. Я же такой крутой и прокачанный, по идее. Вот помните, я говорил в прошлый раз, что они начинают издавать все более и более возбужденные звуки от нашего приближения. Вот тут такое и происходит как раз. Так, еще. Все, все кончились. 18 левел, кстати говоря. Я теперь вроде бы могу качать оружие 4. Эффективность улучшения, быстрая перезарядка, чтобы качнуть. Ладно, пускай будет эффективность, которую я все равно не использую, хрен с ней. Так, как-нибудь выживу. Ну блин, чего они понаставили одинаковые фургоны? Такая лень. Еще и одинаково открытые, с одинаковой выбитой дверцей. Просто ужас. Да, кстати, куда я сейчас еду? Да, возвращаюсь в локацию, где я уже был, но... Закрыто с другой стороны. Ну все, мне конец, видимо. Сержант, я слышу child's voice coming from inside the building. Child, here? Where are you? Да. А можно и не надо. Святое дерьмо, да это же на самом деле железки, имитирующие голос детей. Ужас, не правда ли? Это же было так убедительно, не правда ли, что в таком месте, где повсюду терминаторы, будут какой-то ребенок нас подзывать постоянно. Ой. Но самое главное, что мы тут кое-что нашли интересненькое. Так, иди нафиг, пушка. Мы нашли пистолет терминатора, собственно. Тот самый, с которым я, собственно, уже игрался в режиме этого самого инфильтратора. Так что, по идее, это довольно бесполезная пушка, особенно в такой-то местности. Но разработчикам виднее. Так, качаем выживание 4, и хорошо уже. Вот теперь другое дело. Теперь я снова стал, что называется, Шварцем. Снова могу пулять, и каждый раз бешено жмуриться, когда он пуляет, как он делает это в фильме. That's how the machines operate. They use our humanity against us. Don't beat yourself up, soldier. Just means you're still human. Ну, спасибо за полезные слова поддержки, конечно. А то я чувствую себя полным лошком, который все время идет на поводу у всех, у женщин, у детей, у прочих предателей, которые нас пытаются потом расстрелять и убить. Помните, как это было в Даунтауне с этой тупой бабой? Да, нам совершенно нечего делать, не правда ли? Не то, чтобы у нас тут был целый мир, который нужно спасать. Но, кстати, пушка довольно мощная. Вон, за два выстрела взрывает бочечку.
Так что, по идее, нужно будет ее использовать против кого-нибудь, типа серебряных рыбок или еще чего-то. Все, собственно, локация исследована, пора с нее валить, видимо. Так. А валить-то куда? В ту сторону или в эту? Сейчас буду по тупикам ныкаться, пытаясь вспомнить, где здесь проход-то находится. Не хватает, конечно, немножечко открытости, слишком много, собственно, вот этих вот тесных коридорчиков, которые хоть и нелинейные, но все-таки кишки. See if you can scavenge anything useful. Just keep your eyes open. Some of them might not be offline. Ну, типа, я смогу их просветить, видимо, потому что так-то у меня же есть специальный прибор для просвечивания, так что довольно глупо думать, что меня можно застать врасплох. Я слишком умный, понимаете? Почему у меня цель Т-825? Где она, эта цель-то? Я ее не вижу вообще. Почему не подсвечена? Тут повсюду находится Т-825. Прямо в воздухе витает Т-825, понимаете? Какая страшность, конечно. Так, ладно, погнали, погнали, погнали. Вот здесь я еще не был. Никого нету. Ну что так мало железок? Дайте пострелять. Я тут взял крутую пушку. Надеялся, что сейчас устрою тут бух-бабах и так далее. Хотя против терминаторов, скорее всего, она не поможет, но все-таки. Нет, лучше бегать и собирать ссаные тряпки. Это важнее всего, правда? О, уведомление. Ага, запуск Скайнета, после чего Скайнет всех расхреначил. Ой, тупые людишки, понаизобретают всякой хрени себе на голову, что называется. Так, это выход с локации, мне сюда не нужно пока что. Ну, кстати, я уже собрал большую часть записок, причем в кадр умудрился их собрать. Тут еще была одна записка, которую я не взял. Она находится, кажется... Так, вот это вроде бы... Нет, не это. А, вот это вот, кажется, записка, да. Тут чел сообщает, как все у него ужасно и страшно. Я собрал уже 10 записок из 12. Нифига себе, конечно. То есть получается, что летсплей уже заканчивается. Осталось всего 2 записки. Дальше будут одни линейные локации, видимо. Так, допустим, допустим. Кстати, трубу ни разу не использовал. Надо хотя бы немножечко и помахаться, что это для разнообразия. Ну так, для галочки, понимаете. Чтобы показать, что я все еще таскаю этот кусок дерьма у себя в штанах зачем-то. Мне тут, понимаете ли, места нифига нет в инвентаре, но почему-то трубу я все еще таскаю. Самый бесполезный кусок мусора. Странный, конечно, я повстанец. Нелогичный совершенно. Но только такие победят Скайнет, понимаете? Только такие поехавшие, как я, что называется. Эх, так хочется расстрелять, но не из чего. Жалко. Но ничего, ничего, еще успеем. Наверняка мне дадут парочку базук в дальнейшем. Все, локация исследована, все пройдено, квесты пройдены. Потом я все это перепройду и пособираю, и все эффективно. I'm at the cemetery. The gate is breached. Approach with caution. Интересная локация для ночи, не правда ли? Ночь и кладбище, идеально совместимые вещи. Ну блин, чего вы там палитесь издалека? Могли бы засаду устроить, теперь я уже вижу, что там терминаторы повсюду ходят, блин. Да, испортили сюрприз малость разрабы. В прошлый раз, кажется, я их не замечал, пока они меня не застали врасплох, а тут вон издалека просвечиваются. Идиоты, блин, чертовы. Можно их вот порастреливать всех издалека, хотя я их даже не вижу совершенно, но все равно могу в них пулять, потому что, да, вот так вот все просто, понимаете, в этом мире. Ну-ка. У меня одна обычная граната осталась, надо ее быстренько сейчас использовать. И начать веселуху. Так, где вы там? Пыдыщ. Раз. Пыдыщ. Два. А, блин. ПД-4. Готово. Здрасте. Ага, я выстрелил первым. Какие же вы все-таки смешные. И как вот такие вот смешные машинки смогли уничтожить мир, что называется? Ну, конечно, ядерными ракетами это очевидно, но все-таки... Как они могут продолжать их уничтожать? Да. У нас же как бы тема этого летсплея, тема этого аддона, это самый Annihilation Line, рубеж зачистки. И по идее мы находимся сейчас рядом с этим рубежом зачистки. Но почему-то я не вижу тут зачистку, я вижу только болванчиков, которые постоянно подыхают. И свои, и чужие, конечно же. Так, здрасте, болванчик. Вот тоже болванчик шел и упал. Чё ты упал, спрашивается? Сержант, there's no one here. Evans must have seen a Terminator. Alright, Rivers, time to pack up and go. Check if there's anything that we could use. Wait! I hear something. It's coming from a coffin. Be careful. Да уж, теперь уже даже пытаются заманить меня мертвечиной. Типа, если ребенок не сработал, то сработает трупак. Определенно мне будет интереснее спасать трупака, не правда ли? Ужас. Ну-ка давайте позырим, что ж там за трупак интересный. Don't shoot! Don't shoot! Sergeant, I found some. Are you the one that sent us that message? Yes. Yes, I am. I've been trying to reach you ever since I escaped from the convoy. Rivers, we'll question him later. We need to get him out of there. Yes, sir. Move out. I'm heading your way. All right.
Let's move. Ладно, будем теперь еще сопровождать очередного ложка, который не знает, что можно в руке держать винтовку, знаешь, даже если ты не умеешь из нее стрелять, это все равно полезнее, чем просто с голыми руками бегать. Ну, тупые люди, человечество обречено, понимаете? Ладно, будем защищать его теперь ценой своей жизни, что называется, этого старого придурка рандомного. They're coming. Stay low. They're coming. Сейчас я тоже сделаю каминг из своей здоровенной толстенькой винтовочки. Такой мощный прокачанный ствол. Хотя наоборот, я его не качал так-то, ну ладно, какая разница. Так, держите сюрприз, ребята. Пдыщ. Один готов, ну почти готов. Да блин, почему я промахиваюсь в упор по ним? Вот, другое дело. Ай. Да блин, почему мне не переключается оно автоматически-то, а? С одного на другое. Где у меня там гранаты из банки были? Я их не вижу, я загородил все своей вебкой. Вот. И бдыщ, давайте. Ой. Ага, успел. Хе-хе-хе. Какой же я, однако, крутой по сравнению с этими машинами, не правда ли? Какое еще решение за тобой, он сейчас сказал в субтитрах? Че за нафиг? Ты вообще тестировал хоть один российский человек, знающий русский язык, блин? Да, поражаюсь прям с этих разработчиков, что они бета-тестеров не могли нанять. Это же сюжетные реплики, не какие-нибудь там записочки побочные. Никто не проходил, что ли, не смотрел, что там говорят все эти болванчики. Ужас просто. Так, ладно, решение за нами, что называется. Фига, конечно, старик умотал как быстро, пока я там воевал. Да, бесполезные гражданские. Даже пострелить нельзя. Зато можно сделать... Зато можно сделать вот это. Держи, чел. Поджарил ему зад немножечко. Ой, да неужели у нас снова начинается командный экшен, что называется? Не дай ему умереть, а, неважно. Так. Фига ты, конечно, носишься как бешеный. Ой. Здрасте. Ну можно не в меня стрелять. Я же уязвимый, в отличие от этого чела. Пускай он воюет. Ему еще ребенка делать с Сарой Коннор, поэтому очевидно, что он не сдохнет в этой ситуации. Эх. Играем сейчас в догонялки с Терминатором. Пыщ, я догнал первым. Не. Ну вы бесполезные, конечно, НПС, просто ужас. Давайте еще разделимся. Все равно от вас толку никакого нет. Так, и последняя граната, короче. Пыщ, да, вот так-то. Все, истратил все. I'll just set a couple more explosives as a parting gift for Skynet, and we'll be on our way. Ага, конечно. Специалист по взрывчатке, который ни хрена взрывчатого не делала за всю игру, только один я постоянно всех взрывал. Иронично, не правда ли? Okay, Rivers. I'll take that man out to safety. If you need some time to look around, then this is it. It's up to you. All right, let's move out. В смысле time to look around? Какого хрена, у нас как бы миссия важная, нам нужно успеть, нам нужно торопиться, вы все время это говорили. Как бы рубеж зачистки приближается, а он такой, а ладно, хочешь, иди куда хочешь. Спасибо тебе, что разрешил. Ладно, погнали. Главное, что с этой локацией закончил, смогу ее перепройти теперь за кадром. Так, убежище в руинах. Нах. Мы добрались до Бейкерсфилда и нашли того, кто отправил сигнал СОС. Это Ансельмо, один из пропавших жителей Нортриджа. Мы помогли ему добраться до безопасного укрытия. Надеемся узнать у него хоть что-то о местоположении остальных пропавших. Может, им еще можно помочь? Нам же делать нехрен, правда? They look just like you guys. Same uniforms, same weapons. We thought we were saved. But they led us to transporters that took us straight to a Terminator factory. With production lines churning out hundreds of them a day. So our missing people are still there? Some. Most of them are in a work camp set up not that far from the factory. Where's that? Further north. How far? I couldn't see. It was dark. It was hard to tell. You know what I'm asking? Was it behind the annihilation line? Yes. Yes, it was. Shit. I haven't seen anything like it before. They torch everything in their path. I snuck past it after I broke out of the convoy. The ground was so hot, it melted the soles on my shoes. Did I hear that right? We're crossing the annihilation line? That wasn't part of the plan. It was supposed to be a quick recon mission. I haven't decided on anything yet.
We're severely unprepared. Are you sure that's where they are? What's up with him? I'm not sure. Sir, we have to consider falling back. I've noted your concerns, Corporal. But ultimately, I'll be the one making that decision. Now, I need some time to think this through. For now, Farrell, set up the perimeter. Evans, you're first on guard duty. Let's clear our heads. Какое совпадение, что мне ничего не нужно делать, правда? Потому что я же главный герой, я должен бегать туда-сюда, а не стоять на месте. И охранять кого-то. 500 рублей получили. Хрен знает за что. 20 уровень уже. Неплохо, неплохо, конечно. Качаюсь и качаюсь все сильнее. Опа, пачка сигарет. Это, конечно, самое важное и ценное, что тут имеется. Риверс, do you mind checking on the team? А ты сам не можешь? Тебе как бы рация есть. Чё ты вообще там в темноте пялишься на карту? Там хорошо видно, не правда ли всё? Странные люди. Is everything okay? Yes, yes, I'm fine. I'm just tired. I must be seeing things. Yeah, that's right. I'm just seeing things. Какой-то он подозрительный типок, не правда ли? Тем более тоже лысый. Хм, почему тут все лысые такие подозрительные, как вы думаете? Понятия не имею. Так, ну очевидно, что я не успею уже никуда зайти за эту серию. Нужно будет как раз здесь останавливаться после всех диалогов с товарищами. You don't sound too happy about what's going on. Why would I be? You've heard Rhys. You know what it means. We're crossing the annihilation line soon. And what for? To finish a mission that makes absolutely no sense? Did you hear that guy? We're going after people that look like us. Isn't that exactly what that note said? The one that you found in Northridge? We're in over our heads. The team should always come first, not the mission. That's what the Resistance taught me. And I know I'm not the only one that feels that way. You do too. That HK in Bakersfield was giving us a lot of problems, and you took care of it because that's what a team does. We look out for one another. Meeting Connor is not worth all of this. Piece of shit! I think there's someone else you should talk to first. И все равно странно, почему этот мужик такой похож на Терминатора с таким низким ровным голосом, который способен рвать Терминатора в голыми руками, и теперь он не заинтересован в том, чтобы встретиться с Джоном Коннором. Странно, странно. Что-то меняется, короче говоря. Ну ладно, пойдем потрендим уже и закончим серию, видимо, на этом. Время так быстро летит, просто ужас. Чё, эксперт по взрывчатке обделался, видимо, да? Как я вижу. Не. Is, everything all right? This whole situation has me so wound up, I'm shaking. Not good for handling explosives. I don't like it either. Doesn't sound like anyone's happy about what's been going on here. Except for Rhys, of course. Seems like he could give a shit. It's too early to start worrying. Rhys hasn't decided anything about crossing the Annihilation Line yet. You know what else he's keeping quiet about? How our previous assignment was stupid and bound to fail. Or how truly fucked up it is that we're back in the trenches just hours after our team got decimated. He hasn't mentioned Brooks, Johnson, or Yang. He hasn't mentioned them once, like they never fucking existed. Pharaoh. I'm sorry. I shouldn't be snapping at you like that. Let's talk. Yeah, let's. Those were the soldiers that died during that mission, weren't they? Yeah, they were. Except they weren't soldiers. Not to me. They were my family. They practically raised me. How so? I enlisted when I was 11. I was assigned to this team of four guys who I was absolutely intimidated by. I was trying to play the tough kid in front of them, you know? Constantly trying to impress them. Looking back, I must have been an endless source of entertainment for them. Was Rhys one of those people? He was. Well, I hope deep down he still is. The Rhys that you've met is not the Rhys I knew. That one always had time for his teammates. The man leading us now thinks only about the plan. But, yeah, he used to be part of the team.
With the four of them, I was happy. First time in my life I had someone looking after me. That's what I imagine having a family must be like. Now I'm starting to think that if I get killed, Reese won't even care. He can't look me in the eyes. Hasn't said my name this whole time. It's always Corporal, like he doesn't know me. I'm sure this is just a way he's handling what's happened. It'll change. I really hope so. Anyway, thanks for letting me vent. Sometimes that's all it takes. Ну ладно, потрындели немножечко. Все, видимо. Я не буду вызывать по рации сейчас. Фух, наконец-то. Итак, чего мы в итоге добились? Кстати, нужно сразу же проспойлерить, что в отличие от основной игры, здесь концовка всего одна, поэтому отношения ни с кем развивать не нужно, и выполнять квесты тоже не обязательно. Ну хотя бы спасибо НПС за то, что они пару раз отмечают, что мы их выполнили. Говорят, типа, ты выполнил квест, молодец, а мог его не выполнять. Определенно, да. Но это очевидно выгодно, ведь экспа и всякое прочее. Подозрительный мужик все равно, подозрительный. Да, похож на Терминатора почему-то. Чем-то он похож на них. Странно. Риверс, can I have a word with you? Sir. I wanted to ask your opinion about what we've heard today. What do you really think happened in Northridge? Do you think that some rogue resistance squad cut a deal with Skynet? Decided to deliver an outpost full of civilians in exchange for some special treatment? Or maybe you have a theory of your own regarding what's happened? Ну а как бы я прохожу этот сюжет после того, как я обнаружил лазутчика, после того, как я узнал, что лазутчики могут внедряться в людей и так далее. Это же как бы очевидная теория, почему мы это не можем использовать? Да. I was afraid you'd say that. I trust your judgment. You had the most experience with them. Is that all, sir? One last thing. We all know what the deal is with the T-600s. They're easy to spot, and their rubbery mugs are not fooling anyone. But what about this new model? I'm asking you because you're one of the few people that got a look at them up close and lived. See, do you think you would know if you were talking to a Terminator? I'm sorry to say this, sir, but no. The line has been blurred so much that I couldn't tell the difference. I appreciate the honesty, Rivers. That's it for now. Sarge, actually, I've been meaning to tell you something. I think you should talk to Corporal Farrow. It seems to me that she hasn't fully recovered from your previous assignment. I understand. Unfortunately, that'll have to wait. There's still a lot of work ahead before we move out. I don't mean to step out of line, sir, but that may be part of the problem. I see your point, but I can't risk the safety of my team. Preparations have to come first. You can take a break now, soldier. You did a hell of a job today. Фух, да, я тоже неплохо потрудился, засняв сразу же 3 серии одновременно этого DLC. Ну, конечно, очевидно, что мы прошли уже, наверное, больше половины, получается, и, скорее всего, в дальнейшем у нас остается всего-то 2 записки, и то, скорее всего, я уже нашел. Я уже пропустил 1 из них, скорее всего, поэтому, скорее всего, еще через 2 серии игра уже закончится, и летсплей тоже. Ну да, в любом случае... Ух ты, шевелящиеся облака, неплохо. Такое не во всех современных играх увидишь, кстати говоря, чтобы было движение на небе какое-то. Скайбокс, все дела, понимаете. Это редкое явление в наши дни. Так, ну в любом случае, сейчас я прерываюсь, перепрохожу предыдущие локации красивенько, собираю максимум взрывчатки и прочего, буду думать, как свои ресурсы так расходовать, чтобы у меня осталось побольше всякого мусора под конец летсплея, чтобы я смог немножечко повзрывать, да... Я так жду этой возможности, но очевидно, что сборку качать, наверное, нет смысла, и я все равно не смогу раскачаться так быстро, чтобы накрафтить себе этих бомбочек слэпиевских. Лучше просто экономить все бомбочки, которые я нахожу, и использовать их только в летсплее, поэтому ничего, я еще успею красиво повзрывать, если получится. Но это будет уже потом, давайте пока что отдохнем и скоро продолжим.